Одесская самопомощь дала трещину. Депутат горсовета Анна Позднякова выходит из партии мэра Львова. Она была лидером фракции политической силы в Одесском горсовете. При этом заявляет, что покинула тесные ряды самопомощи без конфликта и намерена продолжить сотрудничать со своими единомышленниками. Основная причина в том, что на сегодняшний день мои взгляды отличаются от линии партии, от планов партии, о дальнейшем развитии, о дальнейших перспективах партии. Поэтому я приняла для себя этот взвешенный шаг о выходе из партии для того, чтобы сосредоточиться на своей депутатской работе. Я по-прежнему остаюсь во фракции. Я буду выполнять свои депутатские обязанности точно так же, как я их выполняла до этого. Между тем, информацию СМИ о вступлении Позднякова в новую политсилу, которую формирует премьер Владимир Гройсман, депутат публично не подтверждает. Своими дальнейшими планами она делиться пока не готова. Планы есть всегда, безусловно, есть разные предложения, я не буду делать вид, что их нет. Но на сегодняшний день говорить об этом еще пока преждевременно. Анна Позднякова вступила в партию «Самопомощь» в 2014 году. Лидером партии является мэр Львова Андрей Садовой.